Тем временем в Алёкинском районе из-за обильных дождей уровень воды в реках Токо и Чара увеличился. В нескольких населенных пунктах подтопило жилые дома. Подробнее о ситуации расскажет Елена Фаст. Минувшие выходные принесли с собой не столько долгожданное солнце, всю неделю лили дожди, сколько событий. Резко поднялся уровень воды в реках Токо и Чара. В селе Токо потоплено 5 домов, из них 4 жилых. Эвакуировано 15 человек, из них 9 детей. На 20 часов 16-го отмечено плюс 33 сантиметра. При критическом 960 сантиметров уровень составил 1006 сантиметров. Подтоплена дорога, соединяющая село Токо и село Олбут. В селе Бяськёль в зону подтопления попало 10 жилых домов. На 20 часов 16 июля отмечается спад воды – минус 30 сантиметров. Разлив рек спровоцировал большое количество лесного мусора, вынесенного в реки. Деревья, кустарники, кора – все это осложняет движение любого транспорта. Силами местных администраций Чаринского наслега и Жарханских наслегов эвакуированы из подтопленных домов. Ситуация под контролем, ведется мониторинг, организовано круглосуточное дежурство. Отмечено повышение и на реке Лена. Вода прибывает на глазах. В городе Алёкминске уровень воды на сегодня составил 1008 сантиметров, при критическом 1260. Ситуация под контролем, введен режим повышенной готовности. В городе Алёкминске отслеживается подъем уровня воды, 1,08 м. Ситуацию отслеживаем. Работает оперативный штаб, организовано круглосуточное дежурство. Елена Фаст, НВК Саха, Алёкминск.